Сегодняшний концерт я посвящаю всем, кто любит классическую музыку, всем, кому сейчас скучно дома или, так сказать, они переживают. Понятно, что кто смотрит сводки новостей или смотрит интернет, все находятся в нервном состоянии. Я всегда, когда нервничаю, я подхожу к инструменту, и все проходит сразу. Я знаю, что музыка лечит. Гораздо лучше, чем просто слушать новости и печалиться о том, что, скорее всего, никакого света в конце тоннеля нет. А здесь всегда какие-то положительные эмоции, всегда есть над чем подумать, над каждым музыкальным произведением, над каждым спектаклем. Всегда остается какое-то послевкусие, хочется с кем-то обсудить, кому-то позвонить, пообщаться.